Телеканал ТНТ и комедийный сериал «Патриот» приезжают в Березники в самый лучший понедельник, 9 марта, со оздоровительной промо-акцией. Ловите специальный УАЗ ТНТ «Патриот», который поможет вам начать новую жизнь. С часу до двух дня у торгового центра «Оранж Молл» и с 4 до 5 у ЦУМа, делая селфи на фоне УАЗа, выкладывая в сеть с хэштегами «Патриот ТНТ» и «ТНТ Березники» и меняй пачку сигарет на гантели. Фирменную машину вы узнаете легко по большому флагу «Патриот» и логотипу ТНТ. Премьера сериала стартует на канале ТНТ сразу после праздников, 10 марта. «Патриот» – это история простого русского парня Сани, который мечтает наладить жизнь в стране. Он верит, что всех разгильдяев, крупных мошенников и мелких воришек можно перевоспитать. Тогда прекрасное будущее России окажется не за горами. А начнет он с себя и близких друзей, которые постоянно собираются у маленького продовольственного магазина. Сане предстоит столкнуться с безразличием и разными слабостями местных жителей.